Приветствую всех, девочки, мальчики, всем большой привет. Благодарю всех за просмотры, за подписку. У нас, как всегда, на улице духота, хоть солнышко и не было, пасмурно, но так душно. Это вообще жара невыносимая. И солнца нету, но духота полнейшая. А я сегодня вот ездила, купила еще, как говорила, 2 бутыля меда. Это у меня уже получается 3 бутыля на зиму. Я думаю, достаточно. Вообще у нас мед все любят, особенно я. Да все любят. Мед вообще полезный. Лучше мед кушать, чем сахар лопать. И вот 1 бутыль уже разлила. Это еще надо этот разлить. И будет у меня уже с медом все окей. На зиму заготовилась. А сегодня заходила, смотрела, как наша девушка собирала яблочки. Компотик там варила. Сынок у нее приболел. Лечила его. Конечно, от вентилятора. Кондиционеры, вентиляторы. Это вроде и хорошо, но от них можно очень быстро заболеть. И смотрела вот это, что она собирала там яблочки. Говорю, у ее бывшего муженька вагон валяются, гниют. Ужас. Неужели нельзя дать, сказать, приди, насобирай. Гниют, понимаете, гниют. Да все, сажала там. Можно же было из огорода что-то дать. Это же она все покупает. Что за человек такой и хочет, чтобы ему хорошие комментарии писали. Я думаю, если бы сказала, она могла бы приехать и насобирать, нарвать яблок себе нормальных. Не то, что она там насобирала зеленые. Ну, их тоже можно с них, конечно, и компот сварить, все. Но у него же там полно и разные, и сливы, и что хочешь там есть. Ничего не говорил. Ничего не давал. Совести нету вообще. Ну, может, она вообще-то и сама не хочет, конечно, ехать, унижаться. Но он хотя бы ради приличия. Но я думаю, она поехала, сажала все-таки огород. Мог бы с огорода что-то дать. Ну, пускай разбираются, это их дело. Унижаться тоже неохота сильно. Такое дело. А я окно открыла и слышу, там где-то кто-то залетел. Или комар, или муха жужжит. Уже и махала, хотела ее выгнать. Она где-то там спряталась, что не найду ее. Сейчас открою вот банки, уберу с окна. Этот бутыль буду сейчас тоже разливать. Да открою вот это окно полностью, пускай вылетает. Залетела. Я сетки не ставляю. Без сеток у меня окна там поломалось. Вот эти крепления, что сетку ставить. И я целое лето без сетки. И залетает иногда кто-то в гости. И снова слышу, там жужжит. Может, уже вылетел кто-то. Или комар, или непонятно кто. И вот это я купила мед. Я очень рада, что я купила мед. Уже медом запаслась, а все. Завтра собираемся до сестрички ехать. Посмотрим, может, там что-то снимем. А я желаю всем счастья, здоровья и удачи. Всех благ вам. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем добра.